Привет! И сегодня мы будем записывать летсплей на авторскую игру Андрея Каликина, он же Овощи, он же Калина. Он предоставил мне свою игру, сделал своими руками. Он попросил меня, давай обозрей игру, а я ее обозрею. Ее надо было запускать несколько этапов, и это супер модное запускание игры через командную строку. Сейчас мы запустим, и вы все поймете. А запустить надо было ее так, то есть типа мы должны скачать вот эту всю фигню, потом астероид Apps открываем. Тут надо было создать текстовый документ, назвать его .net.run, написать .net.run в самом текстовом файле. Изменили на формат на CMD, его запустила суперкомандная строка, она запускается и хоп, а потом у нас запускается игра. Он уже написал Game Over. Астероид. Тут летают, короче, печеньки, мы видим, да? Но фишка не в этом. Фишка о том, что ты можешь в любой момент менять графику, нажимая на R. Хобана. И мы поменяли графику. Press F to restart. Тут надо набирать очки. Тут нет музыки и звуков, поэтому мы наложим свои. Посмотрим, что из этого выйдет. Давайте играть. Итак, мы играем за какую-то писюн с крылышками, который пуляет квадратиками, похожим на мочу. Писькает. Блин, я сдох. Очень тяжело. Пискаешь. Короче, блин, надо еще разобраться с управлением. Потому что это как в космосе. Ты набираешь энергию кинетическую. И, короче, улетаешь. Если ты... О, какое-то НЛО пришло. Что это? Это надо схватить? Блин, я сдох. Заново спускаем. В общем, ты как будто находишься в космосе, по-настоящему, и тебе тяжело управлять, потому что надо постоянно поддерживать какой-то такой баланс, чтобы не улететь и не врезаться в астероиды. А вот я не знаю, что это, блин, за это? Это надо ловить или что? Короче, ты печеньки пискаешь этим писюном. Можно нажать на R, и тут же ты играешь стрелочкой, курсором. Что вам больше интересно, стрелочкой и курсором? А, это тоже, НЛО нужно тоже мочить, оказывается. И мочим какие-то блоки этим курсором. Но, мне кажется, пиписька интереснее играть, чем этим курсором. Пиписька съежилась, там в космосе холодно просто, поэтому она не может быть больше, чем этот размер. Видимо, генетически заложено. Мочи НЛО! А, я улетаю! А, тут не улетаешь, если ты... Тут сквозной проем. Сквозной проем — это хорошо, но надо контролировать, надо держать баланс. Это как в космосе. Ты по-настоящему в космосе, представь, что в космосе, и тебе холодно, и у тебя все съежилось. И поэтому ты стреляешь в печеньки, астероиды печеньки. Это больная фантазия какого-то астронавта, видимо, его пиписька. Боже, почему я говорю только о одних пиписьках? Наверное, я озабочен. Лучше набирал бы очки. Всего 2 очка набрал. Давайте максимальное количество очков попробуем набрать. А вот я не понимаю, зачем вот эти черепа с костями? Нафига они нужны? Если все равно у меня тут только одна жизнь. Что за бред? Это как-то не проработано, Андрей. Проработайте, пожалуйста, игру. Почему, если у вас написано 3 жизни, о хрена, они не используются? Или нужно нажимать на какую-то другую кнопку? Блин, это очень тяжело контролировать. Вы бы сами попробовали, потому что ты разгоняешься, и тебе нужно... А, ты улетаешь сразу. Блин, долбанная физика. Реалистичная физика в этой игре. Хоть где-то реалистичная физика есть. Печеньки. Жаль, что их нельзя съесть. Ты придаешь им тоже ускорение этим печенькам настолько, что они летают тоже сквозным проемом. Ты тоже должен за ними следить и следить за тем, чтобы сам не улетел в далекий космос. Но не получится улететь в далекий космос, потому что тут все границы. Даже раздвинуть нельзя этот экран, я бы наполнился на экран. Видимо, так задумано специально. Ой, бля, нажал на вперед, а я должен был назад нажать. Все, улетел. Это как Интерстеллар. Улетел, блин, и
за текстуры, короче, все. А когда интерес закончится, сколько? 13 очков я уже набрал. Это мой рекорд, похоже. Рекорд. Идем на рекорды. Блин, назад, нет, нет, не, не, не надо, это сбоку. Давай. 16 очков, ну мы уже близко. Надо составить таблицу рекордов. Быстрее! Я думал, я успею повернуться. А если я буду стоять в середине, интересно. О, я придумал план. Я придумал план. Я придумал. О, я буду вот так летать. Я гений, просто. Просто гениален. Как только таких гениев приносит земля? Я вообще не понимаю. Вот. Идеально просто. Идеально. Все, я теперь... Смотри, как я набираю очки. Блин. 23, но я уже... Это уже лучше. Только теперь надо не двигаться. О, а тут же еще суперудар есть. Ё-моё. Тут ульта есть. Давай, только она, походу, регенится долго. Сколько у нее КД? Секунд 10, наверное, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну да, где-то 10. Я не сразу начал считать. О, вот так, короче, все. Мы нашли положение. Надо только контролировать. Контролировать чуть-чуть. Прибавлять газку. Все. Блин, назад надо было. Надо на задницу. Так, надо положение зафиксировать. Для игра для космонавтов. Я думаю, они бы с удовольствием бы играли. Да, в космосе, в невесомости. Это было бы круто, наверное. Вот, я уже набрал 32 очка. Просто. Надо просто контролировать свои действия. Еще ультовать раз 10 секунд. Блин, ну, уже 50 очков. Так что идеально. Я взломал игру. Блин, вот если они попадают в тайминг, эти маленькие штучки, что я их, что они в задницу прилетают. Сейчас, вот, все, начали, погнали. Раздаем мочу по кругу и ультуем еще супер... Как это назвать? Супер писну, короче. Отличная игра, отличная. Всем советую поиграть, очень увлекательная игра. Чтобы побывать в космосе. Быстрее! А как там? Хьюстон, у нас проблемы. Хьюстон, нет. Нет, мы улетаем в космос. Нет. И тут музычка из Интерстеллара. Все. И теперь можно серьезно. Теперь сейчас я бью рекорды. Сейчас будет рекорд. Сейчас будем... Точно. Сейчас надо посередине встать. Погнали. Раздаем. Раздаем по кругу. Главное в тайминге попадать, чтобы нас не долбануло сзади. Но обычно нам везет и раздающие писюны вот так. Блин. Короче, вот такая вот игра. Вот такие вот печеньки. Наверное, они очень вкусные. Жаль, что нельзя попробовать. Хотя нет, можно. Смотрите-ка. Эти же печеньки из видео. Как вкусно. Все вкусное, игры вкусные. Пока.